Я знаю, что мне повезет. Говорят, что если эту фразу повторять каждый вечер в течение недели, удача улыбнется непременно. И желательно делать это рядом с телевизором, настроенным на телеканал «Самара ГИС». Ведь именно в это время мы стараемся вас порадовать чем-то приятным, полезным, а порой и даже вкусным. Напоминаю, что каждый день в эфире мы подводим итоги розыгрыша, запущенного накануне в нашей группе ВКонтакте. Для участия в нем необходимо всего лишь навсего вступить в нашу группу, сделать репост записи о конкурсе себе на стену и успеть оставить комментарий со своим номером и ждать часа X. Сегодня вершить судьбы наших зрителей с помощью бочонков будет Андрей Горгуленко, наш корреспондент и ведущий новостей спорта. Андрей, добрый вечер. Привет, Юля. Здравствуйте, дорогие телезрители. Андрей, ну скажи, легкая ли у тебя рука? Конечно, я занимался баскетболом, и рука у меня легче некуда. Говорят, что твоя борода приносит удачу. Ну, сейчас узнаем. Ну что, друзья, давайте дерзать. Андрей, на кону у нас билеты на Кейко Мацуэ. Вытаскивай бочонок с номером. Что же это будет? Кто же это будет? 82. О, счастливый номер 82. Второй счастливчик у нас отправляется в театр «Самарская площадь». Кто же это будет? Давайте прямо сейчас. 12. 12. Номер 12. Вас поздравляем. Ну, а третий зритель, мы вас порадуем билетом в киновертикаль на двоих. 78. Номер 78. Ну что, действительно ли, Андрей, подтверждаю, что все у нас прошло честно? Да, все честно. Все честно и не подкопаешься. Прямо сейчас рекомендую вам, не мешкая, быстрее хватать гаджеты и оставлять комментарии к нашему очередному розыгрышу. У нас для вас припасены сертификат в кофейню на 1000 рублей и билеты в кино. Дерзайте. Только поторопитесь, друзья, ведь всего лишь 90 бочонков в этом мешке, а значит всего лишь 90 комментариев мы можем принять. Желаю всем удачи. Андрей, ну скажи, а везет ли тебе в жизни? Ну, нередко участвую в лотереях, и бывает, что выигрываю, да. Выигрываешь? Да. То есть нашим зрителям можешь сейчас пожелать удачи и сказать, что им повезет? Да, непременно участвуйте в розыгрышах, и вам обязательно повезет. Это был Андрей Горгуленко. А я вам желаю удачи, друзья. Увидимся здесь завтра ровно в 20:55 для того, чтобы подвести итоги нашего очередного конкурса. Вам обязательно повезет.